у всех впереди неплохо. Сзади бывает хуже, но впереди всегда только хорошо. И песня об этом под названием «Пищевая цепочка». Ведь у нас неограниченное время для веселья, потому что все вечно, как пищевая цепочка. Легко, высоко.
нам из немецкого кабаре. Это песня на стихи немецкого поэта, кабаретиста, драматурга Бертольда Брехта. Называется она «Легенда о мертвом солдате». Четыре года длился бой, а мир не наступал. Солдат махнул на все рукой, и смерти героя пал. Однако шла война, еще был кайзер на корчок. Солдат расстроил весь врачок, не вовремя отступил он. Врач посмотрел простых утрут, и вывод сделал свой. Хотя солдат на речи скучного, вообще не доволен рай. Так мал наш городок, ну просто очень мал.
Давайте так грустно поговорим о любви. Любовь самая прекрасная, удивительная, такая настоящая. В этой песне живет полностью, целиком. Эта песня так и называется. Она, то есть, называется «Я так не люблю тебя» на самом деле. Но она настоящая любовь, да. Потому что она навеяна кинофильмом «Сядем при участии Квентина Тарантино. Настоящая любовь». Вы, наверное, не все смотрели. Спасибо, Чима. Я так не люблю тебя. ¡Gracias!
А вот эта песня, она, несмотря на то, что тоже женская, но она обращена к мужчине со всей неистовой силой женского сердца. Потому что в этой песне самый главный женский вопрос. Называется она «Чижик-пыжик». Где ты был? Песня об этом. Yeah.